И всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике сегодня мы будем, в общем, что мы будем делать, мы сегодня будем пробовать играть опять в Warface. Вот, сразу показываю мою награду, которую получилось за сегодня. Как вы знаете, сегодня, почти что 9 мая, да, простите, 9 мая, да, да. Так, ладно, начнем. Сегодня 8 мая, ваша награда — солдатская каска, 15 дней, ладно, пока что на это все. Окей, погнали дальше. Сегодня мы будем опять играть в спецку, давайте поиграем в ледокол, да? Что? Мы опять будем играть в ледокол, да. Не знаю почему, но... Почему? Ладно, пошел, жопу. Ладно, короче, мы играем сегодня в ледокол опять, мы играем за... Хрен знает за кого. Значит, смотрите, что мы делаем. Берем наше оружие. Я не знаю, что брать здесь. Так, здесь есть, я возьму такое. Не, такое точно не буду брать, так что ладно. Так, ладно. Окей. Окей, окей. Так. Так. Окей. Окей, так. Я что-то вообще... Так, сбился немного. Твою мать. Ладно. Окей. Так, 6 часов у нас осталась эта штука. Давайте... Блин. Не, нахер надо. Так. Еще пояс есть, 25 штук. Пох. Ого! Нихера. На пояс можно еще что-нибудь одевать. Хуй знает, что одеть. Очки не, нахуй надо. Вот, дымовая синяя граната. Пусть будет. Снаряжение. Шлем. Давайте его, кстати, починим. Немного. 3000. Давайте частично починим его. 90, вот, нормально. Так, 11 дней. 11 дней берем его, ставим опять. Он уже у нас 11 дней, как бы. Так, перчатки. Сапоги еще 12 дней. Так, все. Окей. Все, мы оделись, мы как бы все собрали. Так. Ну да, как бы. Заметьте, как бы. Окей. Все. Наделся наш. Блин. Наделся наш друг. Ну, точнее, как он наш друг. Он нам не друг. Он наш герой, которым мы будем играть. Включаем наш ледокол. Играем мы на самой простой сложности, так как я еще ни разу не прошел ее. Ведь я не прошел. Видимо, нет. Так. Ай-яй. Так. Пистолет. Хм, прикольно. Давайте попробуем им пострелять. Я не пользовался, потому что... Довольно-таки хороший даже, смотрите-ка. Какой хороший у нас... мини-револьвер, можно сказать, да? Смотрите. Охренительно стреляет он. Блин, случайно не попал, ну ладно. Это дернулось просто. Смотрите. Не, не попадаю. Не, не попал почему-то. Странно. Ну давай. Есть! Пожалуйста. Опа! Так. Все хорошо. Дальше. Так, 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 окей. Окей. Ну, сейчас просто выпускаем пули. Да, не хватает один игрок. Ладно. Пока что они там ждут. Давайте проверим еще что-нибудь. Ну, смотрите, вот как это все работает. О, хэдшот попал, круто. То есть, смотрите, вот так вот можно сделать. Заметьте, я двигался в тот момент, когда я это делал. Смотрите. Да, два хэдшота, нормально. Но бывало и лучше с пистолетом одним. Я там пробовал с другом играть. Было и лучше. Мы там нас проиграли, короче. Так вот. Надо было двигаться. Вот так вот. В разные стороны, и надо было попасть
хэдшот на тренировочке. То есть все патроны выпустить. У меня дофига получилось. Я победил. Ну а сейчас только два хэдшота. Это мало. Так. Опа. Вот. Три хэдшота. Нормально. Вот. Как делается. Нет. Дело в том, потому что надо как-то на секунду прицелиться вот так вот. Немного не получается, ладно. Но я как-то смог 5 хэдшотов сделать, это было круто очень. Вы представьте, 5 хэдшотов за один раз. 3 хэдшота, 3, 3, там немного. Ни хрена! С кем я буду играть? One sleeve. Это переводится как один слив. Слив это проигрыш. И мы проиграем сегодня. Да, почему-то мне так кажется. И в общем, да, мы с ним проиграем, наверное. Ну или мы волшебным образом победим. Хотя мне что-то в это не верится. Так как я уже играл с более такими крутыми рангами. Реально, с крутыми рангами. И мы проигрывали там, а сейчас я даже играю с какими-то просто... я даже не знаю, как их назвать. В общем... Ну... В общем, мы проиграем. Мы просто проиграем. Все. Вот именно вот сейчас уже мы начнем игру. Они там на минах подорвутся все. Они все проигрывают. Там... Многие будут друг друга резать. Но у нас есть инженер, который будет, наверное, давать броню. Наверное. Но это не точно. Ладно, мне кажется, мы все-таки победим. Мы выиграем. Мы попробуем, точнее, это все сделать. Это... Ну, точнее, как вам объяснить? Я не знаю. Мы проиграем все. Мы проиграем все. Мы проиграем. Я не верю в мою команду, которая сейчас у меня есть. Вот просто я не верю в свою команду. Вот впервые... Нет, не впервые. Впервые, наверное, на моем канале. В общем, я не верю в свою команду, и то, что мы победим, это будет очень большое у меня удивление. Прям огромнейшее удивление, что... Хотя... Я даже могу угадать будущее. Сейчас я один буду тащить. Как всегда. Так, ноль у меня знаков. То есть если я просру, то я просру. Против нас настоящую войну. Так. И пока мы так. Проигрываем. О! Маски? Охереть. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. О, силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатометов. Один слился, охренеть. Ты чё слился? Какие-то расы какие-то слились. Ладно. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Закон 226 на позиции. Чей патрон? Мой патрон. Сразу прилетел. Давай. Давай, 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 давай. Есть. Нет больше. А, вот. Давай, еще один. Еще вертушки. Сбейте есть. Их. Все. Ракетный крейсер готовится к атаке. Укрытие. Ну и все. Не... Вот я что не видел. Вот. А, нет, он дальше полетел. Теперь это реально странно. Погнали. Забудьте о рейсере, у нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Ракеты готовятся к запуску. Вот так. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Нахрен они меня. Так, у меня грена грех была. Ну и нахрен. На тебе! Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, патроны. Так что будет жарко. Так, если я убил его, то это значит, что все будет супер. Так, кого там подлечить, кого подлечить, кого подлечить, так, четверо. Мы затащим, я думаю. Или нет. Тихо, пусть. Тихо. Где пикало? Твою мать. Взорвался.
было бы большим удивлением, если бы я сейчас взорвался. Тихо. Я так бегу. Пидор. И тут я понял, что я взорвался. Мне резко кто будет, нет? Не, видимо, нет. Ну и все, в жопу. Дебилы. Да, тут смотришь. Дебилы. Ай, дебил, ты куда бежишь? До контрольной точки хотя бы добегите, я буду очень рад. Да, я одного не резнул, но это моя, наверное. Я вам сказал, то, что они на мини подорвутся. Я не знал, что я подорвусь на мини. Это было для меня просто таким вот удивлением немного. Ну это ладно. Это как бы пофиг. Охренеть. Смотри, типа тащит. Это называется типа тащит. Типа тащерство. Они типа тащат, на самом деле не тащат. Нет! Ну ты говнюк, ты что сделаешь? Ты зачем туда побежал вообще? Охренеть. Эй, не сливай катку. Сливай катку, я потратил знак. Ой, какой, блин, знак. Медаль. Сука, какая медаль. Короче, жетон. Вот чё. Давай. О, сейчас будет, знаете, как бы. Я вообще, сейчас бы всех убивал. Вообще никого не нужен. Все, он слил. Он слил катку, все. Давай, КамАЗ. КамАЗ. Давай, слил катку. Хули ты слил катку? А, надо было каску надеть! Точняк, ребят, надо было каску надеть. А, кстати, каска это ведь только для этого. Ты дебил. Или он так специально сделал? Видимо, это он специально. Нет. Он живой. Охренеть. Впервые вижу такую команду. Я буду удивлен, если он до контрольной точки дойдет. Это просто будет. Осторожно, мины. Когда пикает, значит мина. Значит, мина близко. Когда пикает, значит мина близко. Так. Чисто. Нет, он сольёт. Я вот на 100% уверен, что он сольёт сейчас. Мина! Стреляй по мине. Да. Нет! Я был не уверен, что такая вообще игра будет. Такая вот простая. Я думал, будет что-то посложнее. Но... Это как бы ладно. Ладно, в следующей части мы обязательно встретимся. Будет немного повеселее. Мы повеселимся реально. Да, мы будем веселиться дальше. Ну а пока что, ребят, на этом все. Это все, что я хотел. Я на первом месте. Мне 110 монет. Зафигачили, это круто. Ладно. Окей. День Победы написано даже. Ладно. Все, я свалю отсюда. Смотрите, следующая часть, она выйдет прям сразу после этой, все. Я останавливаю видосик, все. Сейчас перехожу на эту штуку и все. Пусть сейчас все норм. Убийство в ближнем бою. 7! Все! Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.